Всем привет! С вами Ящик Пандоры. Мы опять рассказываем батл анекдотов. С нами Слава. Слава, привет! Привет! Здорово, начальник! Я кидаю монетку. Монетка опять откатилась. Что там? Что там? Что там? Покажите мне. Покажите мне. Герб Украины. Если герб Украины, то ты опять рассказываешь. Опять я? Да. Хорошо, блядь. Нет. Давай. Так, я начинаю. Короче, поехал тралик. Давай. Слава сейчас соберется мыслями, он волнуется. Проржет чуть-чуть. Утром подошел к окну. К окну. Не, ну это не в том смысле, что типа там игра слов, к окну. К окну, реально к форточке подошла. И увидел на асфальте надпись: «Таня, выходи за меня замуж». Я так радовалась, что даже ни разу. Тупо, что это просто пиздец. Я так радовала, что даже не сразу вспомнила, что я Оля. Не, я такой хуйни, короче, вообще ни разу не видел. Ой, господи. Короче, мой анекдот. Обычный лес. В лесу, ну, живут звери. И как бы король всех лесов, типа лев, говорит то, что нужно в нашем лесу построить новую дорогу. Ну, все жители типа да, да, окей, типа давай. Он говорит, нужно типа скинуться деньгами. Ну, короче, естественно, не все жители леса были согласны, чтобы скинуться деньгами. Особенно знаешь, блин. Некоторые были жидами, короче, сказали, типа, не, нифига. Ну, короче, король лев, типа, сказал, те, кто не скинутся деньгами, типа, я буду на том, чем вы будете ехать, просто сбивать вас и запихивать это автотранспортное средство прямо в духан. Понимаешь? И в итоге, короче, были ремонтные работы, построили дорогу. Ну, короче, так ночь, так едет заяц на самокате, едет, думает, блядь, нужно же ж проехать эту дорогу. И тут, короче, он подъезжает практически к концу, этот лев ему по ебальнику, на нахуй, и берет этот нахуй самокат ему в жопу вот так вот запихивает. Он такой, блядь, за жопу держится, кульгает, идет. Такой думает, блядь, пиздец. Такой думает, пиздец. Потом на следующую ночь волк на мопеде едет, опять левый, он по ебальнику опять в жопу запихивает. Такой думает, блядь, сука, пиздец, блядь. Ну, он такой думает, блядь, уже никто ж ездить не будет. И тут такая блоха на танке разъезжает и думает, ах ты сука, не блядь, всех сделать, я сделать. Сбивает нахуй блохе в жопу, танк запихивает. Слава, не уходи с кадра. Все. Просто блохи. Вот такой маленький блохи, он так если так в жопу, в духан прям. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите, кто лучше. Все. Я хотел, кстати, работать этим. На машине той еще, которая. Асфальт ложит. Не. Мусор забирает. Я не знаю, по. Это же 21 выпуск? Нет? Не 21? Ну ладно, хуй с вами. Да плохо, круто там. Короче, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, кто лучше. В общем, мы читаем ваши комменты. Да, и если вам понравилось, кстати,
вам будет анекдот про Спанч Боба. Который мы так еще и не рассказали. Да, кстати, если вы подпишетесь и поставите лайк, вам будет анекдот про Спанч Боба от Славы. Слава все-таки его расскажет. Все, всем пока.